всем привет. И я хочу вас с собой взять на выставку книг. Сегодня это начинается очень новая тема, да, многие не любят, но это детские книги. Здесь можно, допустим, в углу почитать новые книги, которые выходят, или тоже классику старую почитать, с чего все начиналось. Я не знаю, как это. Бароны с Первого канала. Вот. Здесь можно как бы посидеть в тишине и почитать книги. С чего все начиналось? Можно здесь спокойно, вот они, сделаны пуфики. Можно взять книжку, скажем, вот эту вот книжку, присесть сюда. Мы сядем на эту удобную книжку. И можно взять, посмотреть с детьми картинки, почитать книги и остаться просто в тишине. Вот такие вот выставки проходят в Германии. Книг в данный момент, это, допустим, выставка посвящается Равенсбург. Вот. Она сделала свои копии. Вот. Взяла под аренду такое здание. И решила вот показать всему миру, что они могут сделать. Вот такая вот штука. Ну это уже современная, конечно. На батарейках с таким штифтом. И можно это все, как говорится, для детей учить. Вот. Чтобы они учились читать английскому языку или еще что-то. Взять такой вот штифт и им тыкать, и можно слушать, где какая страна. Вот такой вот прикол здесь. Да, вот такая вот выставка. В Германии очень любят такие настольные игры разных форматов. Вот, допустим, маленький, это с собой куда-то брать в отпуск можно, да, побольше, это дома настольные игры и так далее, и так далее. Здесь можно попробовать, на этих выставках можно попробовать новые игры или старые классики. Допустим, люди сидят все, пробуют что-то, смотрят. Здесь можно в тишине опробовать, и я думаю, что потом можно будет приобрести эти игры. Так что, кому понравились какие-то игры, пишите в комментарии. Или у кого-то уже, может быть, есть какие-то игры, пишите тоже в комментарии. Желаю хороших вам игр. Пока-пока.